Oh, you're finally awake. Hi, Mom. Я посетил взыскуемый Тонобо и видел сих невинных осужденцев, никем не мучимы, себя же мучат сами. Томящего их дух. Со связанными за спиной руками стоят всю ночь, не подгибая ногу. Одолеваемый сном, качаясь, себя ж покоя не дая на миг. Иные же себя томяще зноем, иные холодом, иные ковш воды пригубив, отвергают только бы не умереть от жажды. Хлеб иные, отведав прочь, бросают, говоря, что жившие по-скотски недостойны вкушать от пищи человеческой. Иные, как о мертвецах, рыдают о душах собственных. Иные слезы удерживают, а когда не могут, терпеть кричат. Иные головами, поникшими, мотают точно львы, рыкающие и воя протяженно. Иные молят Бога покарать проказою, безумием, беснованием, лишь бы не быть на муке осужденным на вечные. И ничего не слышно, опричь, увы, увы, и горе, горе, да тусклые и впалые глаза, лишенные ресниц, глазничных веки, зеленые покойницкие лица, хрипящие от напряжения перси, кровавые мокроты от биенья, в грудь кулаком сухие языки, висящие из воспаленных уст, как у собак. Все темно, грязно, смрадно, висящие из воспаленных уст, как у собак. Все темно, грязно, смрадно. Горючим ядом было христианство. Ужаленная им душа металась в неистовстве и корчах совлекая. Отравленный хитон Геракла плоть. Живая глина обжигалась в жгучем, вникающем и плавящем огне. Душа в борьбе и муках извергала отстойную радость бытия и полноту языческого мира. Был так велик небесной кары страх, что муки всех прижизненных застенков казались предпочтительны. Костры пылали вдохновенно, очищая от одержимости и ереси заблудшие метущиеся души. Доминиканцы жгли еретиков, а университеты жгли колдуний. Но был хитер и ловок сатана. Природа мстила, тело издевалось. Могучая, заклепанная хоть искала выходы в глухом подполье. Монах гноил бунтующую плоть и мастурбировал, молясь Мадонне. Монахини в экстазе отдаваясь грядущему в полночи жениху, в последней спазме не могли различить Иисусов лик от лика сатаны. Весь мир казался трупом, солнце печью, для грешников спаситель палачом. Весь мир казался трупом, солнце печью, для грешников спаситель палачом. Водитель душ, измученную душу, брал за руку и разверзал пред ней зияющую емкость преисподней во всю ее длину и глубину.
И грешник видел пламя океана, багрового и черного, а в нем в струях огня и в огневертях мрака бесчисленные души осужденных, как руны рыб в провалах жгучих бездн. Он чувствовал невыносимый смрад, дух замирал от серного удушья под шквалами кощунств и богохульств. От зноя на лице дымилась кожа, но сам себе казался гнойником. Слюна и рвота подступали к горлу. Он видел стены медного Кремля, а посреди, на рдяно-сизом троне, из сталактитов пламени царя с чудовищным, оцепенелым ликом литого золота. В круг сонмы сон от падших ангелов и человечий, мир, отданный в управу сатане. Нет выхода, нет меры, нет спасения. Таков был мир, посередине дьявол, дух разложения, воля вещества, князь времени, владыка земной плоти и бог, пришедший яко тать в ночи, поруганный, исхлестанный, распятый. В последней безысходности пред ним развертывалось новое видение. Святые пажити, маслиные сады и лилии убогой Галилеи. Крылатый вестник девичьих светлиц и девушка с божественным младенцем. В щите земной единственной надеждой был образ Богоматери. Она сама была материей и плотью, еще не опороченной грехом, сияющей первичным светом, тварью, взнесенной выше ангелов землей, рождающей и девственной обетом, что такова в грядущем станет персть, когда преодолеет разложение греха и смерти в недрах бытия. И к ней тянулись упования мира, как океаны тянутся к луне. I rebuilt that damn machine to prevent this. Jeffrey. Nothing worked. We'll figure something out, and I'll calculate a... Мечты и бред, рожденные темницей, решетки и затворы расшатал канонник Фраунбергского собора, смиреннейший Коперник, Галилей, неистовый и зоркий, выше двери, размыкал своды, кладку разметал, напористый и доскональный Кеплер, а Ньютон... Данта в космос, как чулок, распялив, выворотил наизнанку все то, что раньше было сатаной, грехом, распадом, костностью и плотью. Все вещество в его ночных корнях, извилинах, наростах и уклонах. Вся темная изнанка бытия легла фундаментом при новой стройке. Теперь реальным стало то, что можно было взвесить и измерить, коснуться пястью, выразить числом. И новая вселенная возникла под пальцами апостола Фомы. Он сам ощупал звезды, взвесил землю, распялил луч в трехгранности стекла. Сквозь трещины распластанного спектра туманностей исследовал состав хвостов кометы, бег миров в пространстве. Он малый атом ногтем расщепил и стрелы солнца взвесил на ладони. В 2-3 столетия был преображен весь старый мир, разрушен и отстроен на миллионы световых годов. Раздвинута темница мироздания, хрустальный свод расколот на куски, и небеса проветрены от Бога. There's
There's only one way out. Jeffrey, stop. Forgive me, Mom. Son. I love you. Наедине с природой человек как будто озверел от любопытства. В лабораториях и тайниках ее пытал, допрашивал с пристрастием, читал в мозгу со скальпелем в руке, на реактивы пробовал дыхание, старухам в пах вшивал звериный пол, отрубленные пальцы в термостатах, в растворах вырезанные сердца пульсировали собственной жизнью. Разъятый труп кусками росы цвел. Природа одурела от пыток, под микроскопом выдала свои от века сокровеннейшие тайны, механику обрядов бытия. С таким же исступлением, как раньше, в себе стремился выжечь человек. Все то, что было плотью, так теперь отвсюду вытравлял заразу духа, охолощал не тело, а мечту. Мозги дезинфицировал от веры, накладывал запреты и табу на все, что не сводилось к механизму, на откровения, таинство, экстаз. Огородил свой разум чистоколом торчащих фактов, терминов и цифр, и до последних граней мироздания раздвинул свой безвыходный тону. Но так едка была его пытливость, и разум вскрыл такие недра недр, что сама материя иссякла и стаяла под ощупью руки. От чувственных реальностей осталась сомнительная вечность вещества, подточенную тлею энтропии. От выверенных кантовых часов, секундами отсчитывающих время, метель случайных вихрей в пустоте, простой распад усталых равновесий. Мир стер зубцы лапласовых колес, и заржавели ньютоновые пружины. Эвклидов куб, наглядный и простой, оборотился Римановой сферой. Вчера Фома из самого себя ступнею мерил радиус вселенной и пядями окружность, а теперь сам, выпеченный на поверхность шара, не мог проникнуть лотом в глубину. Отвес скользя чертил меридианы. Так он постиг, что тяготенье тел есть внутренняя кривизна пространства, и разум, исследивший все пути, наткнулся сам на собственные грани. Библейский змей поймал себя за хвост. Activate AI. Son, no! Строители коралловых атоллов на дне времен, среди безмерных вод, в ограде кольцевых нагромождений своих систем, мы сами свой тоноб. Мир познанный есть искажение мира, и человек недаром осужден в святилищах устраивать за стенки, идеи обжигать на кирпичи, из вечных истин строить казематы и вновь взрывать кристаллы и пласты, и догматы отстроенной культуры. Познание должно окостенеть, чтоб дать жерло и направление взрыву. История проникнута до дна колоидальной спазмой аскетизма, сжимающей взрывы мятежей. Свободы нет, но есть освобождение. Наш дух — междупланетная ракета, которая, взрываясь из себя, взвивается со дна времен, как пламя. Джеффри? If you heard...
You did it.